Всем привет! Совсем недавно на своем стриме, где я проходил GTA с рандомными читами, один парнишка из чата написал: «Хик, а как насчет того, чтобы пройти GTA, не используя огнестрельное оружие?» Я такой подумал про себя и решил, что в принципе идея неплохая. Но нужно понимать, что для GTA San Andreas в частности, без оружия пройти игру будет весьма проблематично. Так как есть боссы, в конце концов финальная миссия с Биг Смоуком. Как я буду брать Биг Смоука, черт побери? Недолго думая, я понял, что в игре есть метательное оружие, и в том числе и рукопашное, катаны, баллончики, огнетушители и тому подобное. А вот здесь уже вполне реально. Подумал я и начал про. Но прежде чем приступить к своим попыткам, ребята, кто из вас играет в GTA San Andreas Multiplayer, он же самочек, заходите ко мне на резону Red Rock, ссылочки IP-адрес есть в описании, вводите мой ник, Дэнни Хик, а также при 6 главе вводите мой промокод и получайте крутые бонусы. Все в ваших руках, ссылочки есть в описании, IP-адрес там же, а мы с вами начинаем пробовать проходить финальную миссию без единого выстрела, без использования огнестрельного оружия. Итак, погнали. Изначально идея строилась пройти финальную миссию, не используя при этом вообще никакого оружия, только свои кулаки. С этого я и начал, пока не столкнулся с одной проблемой на первом этаже особняка Биг Смоука. Вы не сможете пройти дальше этих ворот, пока не уничтожите больше половины врагов в данном ангаре. Сколько бы я ни пытался этого сделать, мои попытки провалились. И взяв на вооружение баллончик с краской и 20 гранат, которые каждый из вас может найти на этой парковке, а баллончик можно взять в доме Джонсонов. Разумеется, баллончик я довел до стадии бесконечности, это нужно собрать 10 тысяч патронов для него. Я понял, что именно с этим я пройду особняк Биг Смоука без каких-либо проблем. Принцип очень простой. Мы совершаем слайд с баллончиком и разбрызгиваем его на врагов, при этом скользя по всей территории особняка. А гранатами пользуемся только в крайнем случае, в том же самом ангаре, чтобы пройти дальше, например. И вот со всем этим вооружением, со всеми данными тактиками, я решил попробовать выполнить невозможное. Вот поэтому дальше попробуем держаться левой стены и стараться не особо не подставляться под пули чуваков, которые стоят сверху. В основном именно они наносят весь урон, который я получаю во втором ангаре. Блин, это очень важный ангар, так как если я его не пройду, то меня просто убьют. Я не смогу открыть чертову дверь. Хоп. Окей, гуд. Окей. Окей. Эх, что-то в соблазн. Так, держаться вот так вот. Так, отлично. Да, у меня получилось задоджить практически весь урон сверху. Внимание, ангар. Да, найс. И дальше у меня должно хватить брони и хп для того, чтобы добраться до второго этажа. Есть, есть. Воу, ес! Получилось. Грамотная раскидка, ребята. И готово. Но впереди еще один этаж. Этого можно просто убить, чтобы он нас не волновал. Так, 14 гранат. И второй этаж. Окей. Главное здесь убить вот этих вот, которые за углами прячутся. Я пока не знаю, как это сделать. 10 гранат. Блин, не докидываю. Так. Тут парень стоит. Это не умирает вообще. Они отказываются умирать просто. Hell. Почему? Ладно, давайте рискнем. Опять держимся стены. Левой стены. Из прошлого опыта. Окей, окей, окей. Хорошо. Блинский черт. Это очень плохо. Сейчас будут выбегать здесь люди. О нет, они не выбежали. Камон. Карл. О боже. Как же ты тупишь, Карл. Е-е-е.
У меня есть сейв хп. Отлично. Ой-ой, это я зря так стою, потому что я здесь на линии огня. Продолжаем. Третий этаж, вау. Третий этаж, апартаменты Баласов. В принципе, да, сложная тоже локация. Но у меня есть баллончик, можно, в принципе, все забрызгать. Оу, щет. Я тут вообще не ожидал, честно говоря, людей с шотганами. О-оу. Но у меня есть сейф. У меня есть сейф. Ноу. Окей, найс. Так, второй этаж пройден. Третий даже этаж пройден. Встреча с Биг Смоуком. Самое здесь главное... О-оу. Самое здесь главное — это ударить вовремя его кулаком и забить до смерти ногами. Если ты каптурщик, это называется харбас. Наконец-то, момент истины, ребята. Можно ли пройти миссию финальную, используя только кулаки? Окей, хорошо, погнали. Найс. Я бью его, окей. Я застанил его. Но пацаны, которые рядом, хотят меня убить. Оу, щит. Придется отступать. За... Он тпхнулся, ноу. Окей. Окей. Блин, на лестнике не очень удобно драться. Та же самая история, гайс. Ах ты, черт! Окей. Здесь мне не выжить. Офигеть, сколько же здесь... Мать его народу. Стой, смоук. Давай, сдохни, 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 просто умри. Ноу, он встал. Так, стан. И бьем этого засранца, бьем прям в задницу и в пенис. Фак е! Да неужели? Давай! Ну, нельзя использовать оружие. Ни в коем случае. Стой! Ха! Господи, все сдохли из-за этого. Есть! Есть, 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 есть! Удалось все-таки Биг Смоука убить. С помощью рук, но тем не менее у него на бронежилете остаются следы, как будто я в него стрелял. Ну ладно, это всего лишь какой-то лишний момент. Баг. Не ожидали разработчики, что такое возможно. Окей, но нас ждет путь назад. Что самое удивительное. Продолжим, получается. Оп. Одевай, CJ. И спокойно делаем слайд. Напоминаю, что я не могу стрелять. Окей. Пока все идет хорошо. Я бы сказал, даже очень хорошо. Меня не продамажили. Окей. Спокойненько. Главное — это брать чертову броню, потому что это очень важно. Окей. Окей, окей. Как-то в припрыжку, вот так вот. У меня еще есть остались гранаточки. Как вы понимаете, я могу их использовать. Это все-таки не огнестрел. Это что-то метательное. Поэтому я воспользуюсь, пожалуй, этим моментом. Да, goodbye, Балас. Двигаемся по стеночке. Я не знаю почему, но у Баласов как-то плохо с координацией в этом плане. Окей. Берем броню, вот так, да. Ну, доншот. Именно с координацией плохо тогда, когда я смотрю в пол. Ок. Тихо, тихо, спокойно. А! Это было проще, чем я думал. Ой, ну. Ой-ей, ой-ей. Достаточно просто перепрыгивать огонь, смотреть в пол и просто через них скользить. Как-то так. А дальше, я думаю, не особо составит труда. Здесь просто все пробежать. Вот так вот. Благо у нас хватает амуниции и... ХП. ХП 160, брони 100. И, пожалуйста, мы совершаем вот такой квантовый скачок из особняка Биг Смоука.
Ну, думаю, дальнейшая часть миссии не нуждается в представлении. Вы все прекрасно понимаете, что нужно дальше следовать за Темпенни. И в какой-то момент миссия приобретает совершенно иной характер. Вы в роли стрелка. И как же в этом моменте пройти миссию? Пройти GTA San Andreas. Это же все-таки последняя миссия. А нам нужно ее пройти, не сделав ни единого выстрела. Так вот, ребята, я вам так скажу, что... это невозможно. Невозможно пройти GTA San Andreas, не сделав ни единого выстрела из огнестрельного оружия. Я пытался пройти этот промежуток миссии целых 3 раза и целых 3 раза потерпел поражение. Практически на одном и том же месте мою тачку все время взрывали. А вы сами понимаете, что я не могу стрелять, я не могу стрелять. В этом весь челлендж и заключается. Пройти игру, не используя огнестрел. Это невозможно. Вот такой видеоролик, ребята, получился. Надеюсь, вам очень сильно понравился. Поэтому поддержите его лайком, подпишитесь на канал, если вы вдруг впервые. Здесь очень много интересного всего про GTA San Andreas. Биг Смока все же таки можно убить с помощью кулаков. Это, в принципе, несложно. А вот игру саму пройти без огнестрельного оружия, в принципе, им вообще не пользоваться, это невозможно. Как ни крутите, ну скрипты вас достанут прям из самых низов и выведут на чистую воду, чтобы вы постреляли в этой игре. А с вами был Хик. Хорошего всем настроения. До следующего видеоролика. Всем пока.